Рамбла-де-Кастро – природный заповедник на севере Тенерифе. Площадь составляет около 46 гектаров, обладающая большой ландшафтной ценностью, где наряду с другими видами растений и животных соседствует знаменитая пальмовая роща канарских пальм и некоторые образцы дерева дракона. Сегодня мы приехали в один из самых прекрасных городков, это Лос-Реалехос, и сейчас мы находимся в заповеднике, охраняемой администрацией Тенерифе, который называется Рамбла-де-Кастро, и нам открывается очень красивый вид на местный пляж. На территории заповедника существуют строения, имеющие культурную значимость, такие как оборонительная крепость, построенная в конце 18 века, и руины бывшей гидравлической станции, построенной в 1898 году. Ландшафт пляжа де Кастро состоит из крутых прибрежных скал, образовавшихся в результате скопления лавовых потоков и последующего их разрушения в результате эрозии. В основном преобладают базальтовые материалы серии 2, а также некоторые участки агломерата и другие осадочные отложения.